Танюшка лежит уже, готова. Да, Танюшка? Угу. Рыжий! Вовка! Брат родной, пошли погуляем! Погуляем! Нахуй, блядь! Ребятушки, всем приветики. Жека, блядь, приехал только, блядь, из Нью-Йорка, блядь. Или какой? А, Нью-Йорка. Панама, блядь. Видите, в Панамке, нахуй, лысый, блядь. Вши заебали его, говорит. Ребят, идем сегодня без машины, ребят. Вчера имел неосторожность выпивать, потому не поехал сегодня на машине. Женька, видите, подарочек Танюшке прислали, Пашка. Сережки сейчас подарим. Идем за Танюшкой, ребят. Танюшка на ресницах у нас. Так что вон, сейчас ее заберем. И пойдем в Нептун. За Рыжиком, в Нептунчик погуляем. И включимся позже, да, Евгений? Тепло сейчас, блядь. Да, кстати, кстати, ребята, отвечу на многие, Женя хочет вам сам ответить на многие вопросы. Нет. Замужем ты? Так говори. Он говорит, он не замужем, блядь, так что, женатый? Есть. Есть, есть у него спутница жизни, говорит, луна. Танька есть. Да, все, Танька, он сейчас, Танька, говорит, ресницами похлопает ему, нахуй. Подарю ей, блядь. Да, типа скажет от него, ну, шутка, конечно. Ребят, ну все, так что ждите очередной трэш от Джеки. Жека сегодня танцует, видите, рэпер Джек, нахуй. Вот так вот, нахуй. Ребят, времени уже много, нас, по ходу дела, уже никто не ждет. Ребятушки, Танюшка лежит уже, готова. Да, Танюшка? Угу. Посмотрите, ну, Танюшка, какой подарок Павел прислал тебе. Танюшка, открой, хоть глаза-то. Сейчас. Мне пока нельзя будет открыть. Тебе пить нельзя сейчас будет, да? Все. Может? Сережечки сейчас только одевать надо будет. Сейчас одевать? Да, одевайся прямо, чтобы. Он глаза что-то ждет. Да? Все? Ничего страшного, что? Выжгет. Опа, ресницы. Спала, что ли? Спала. Конечно, как тут не спала. Выпивала сегодня, нет? Да выпивал, конечно. Саша, наверное, на них уже, да? У меня сегодня нормально. Нормально? Да. Ну давай, Сережки, быстренько одевай. Да как я тебе их сейчас одену-то? А что тебе? Ну что, ну сейчас. Смогу я. Сможем сейчас, что? Саша поможет. И что, он хотя бы упаковал, все. Это Танюшка, бля. Тебе, кстати, звонил он, Пашка-то, звоните. Что, двери заказали? Поставили уже. Уже поставили двери? Пашка, ты что такой быстрый-то, бля? Все, сейчас тебя новые ключи. В следующие выходные поедем к тебе? Да. Танюшка, все приятно, надо обманывать, Паш. Пока смотри, сережки твои, которые высылал. Нравится? Нравится. А последний, он тебе письмо еще написал, там прислал. Танюшка, счастливая такая. Ты, Таня, ты что, рассчиталась, нет, Саша? Еще щеточку подарок, вот, Танюшка. Танюшка ревет. Да не реву, у меня серьезно это. Ну ты давай, я тебе одень их. Да, ну я не сейчас буду одевать. А ты потом пропьешь их и все. Я не... Нет. Угадал. Не пропивай их. Ну, что ты смеешься-то? Я сейчас не смогу одеть, там в машине одену. В машине? Какой машине? Пешком? Ну, говорю, пешком. Сейчас, да, пешком же. Ну, а, в машине собрался кататься. Да ладно, пошли, сейчас сдадим их в ломбарды и все. Да сейчас, но. Пошли. Давай, одевайся, блин. Саш, ну, спасибо огромное. Потому что как есть. На 3D сделан, да? Ты ничего хочешь 3D? Да. Скажи, Паша, спасибо то. Пашечка, спасибо, да, он знает, что я его люблю. А, бля, чё, в гости-то не звал? А? В гости-то не звал тебе? Что за дверь ты сама выбирала, нет? Сама выбирала, самую дорогую причем. Да? Поскольку хоть, скажи, хоть людей-то пускай пуканут, сгорят. 27 все вышло. Охуеть. 27, блядь, я себе за 16 только, блядь. Нихуя себе. Пробьем ее сейчас, нахуй, дверь-то. Не-не. Немножко. Охуевшая, блядь. Охуевшая рожа, нахуй. И сказал мужчина, который сюда брал вчера, мне, сказал, она у меня самая дорогая в моем доме. Молодец. У тебя она дороже дома, блядь. Все, видите, Танюшка качается. Спала долго сегодня? Посмотри, почему? Ну, ты покажи, хоть ресницы. Ай, тут все. Вовка, скажи, сейчас тебя зацелует. Пошку. А может ли Жека? А может ли Жека нахуй зацелует, блядь? Жека сегодня в панамке такой. Сам готов на дружку напасть. Танька. Ты хоть свою курточку надела, нет? Дай я поцелую. Танька. Дай я поцелую. А?
Женька хочет поцеловать тебя. Сейчас он поцелует тебя, у него Пашка есть. Сумку ты бери. Сумку, ты что, блядь? До свидания, говори. До свидания. До свидания. Да. До свидания. Здравствуй, Таня. Новый год. Сука, ну покажи хоть ключи, где у тебя квартира? Блин, да вообще. А, ключи от квартиры? Да, покажи хоть, где, блядь. Себе, ты, блядь. Живешь, нахуй, шикарно, блядь. Женька ревнует, нахуй. На третьей минуте Женька, блядь, ревнует, нахуй, Таньку, блядь. Нихуя. А, что, мы толстовку пойдем тебе покупать же сейчас? На толстовку не ту сходим, сейчас рыжую заберем, да? Да. Ну, это, Тань, ключи какой? У меня там. Все, короче, проебало, нахуй. Дверь Паха продана нахуй. Нет, пошли, давай, за рыжим. Она у меня самая дорогая, тебе говорю. Пашка, блядь, паскудник, почему мне-то, блядь? Мне-то, мне хоть. Мне сказали, что если сломать, если у меня что-то случится, но. Мужчина мне сказал, лезь через окно, похуй, пластик ломай, но дверь ты никогда больше не вскроешь. А ты сказала, что? А про... Нихуя себе, блядь, Танюшка, лезь через окно. Пашка, стремянку и заказывать надо. Танюшка! Давай, блядь, оденем нахуй, сережки ты заебала, блядь. Вот так вот прямо так сделано. Такая красивая. Зеркало на что еще? Нет, зеркало мне не встало брать, потому что у меня везде зеркало. А ты в этот ходила? А, старую дверь. Вышло 27. Старую-то дверь куда делала, блядь? А она в подъезде. Ее надо сдавать. Ребята, кому нужна дверь, сдадим. По дешевке. Да? Танюшка, пропьем ее? Пашке надо обратно дать. Да, Пашке надо срочно вернуть. Ага, в нижний номер. Не нужно. Блядь. В натуре, блядь, прихуела, блядь, они уже. Ну-ка, Женька, шлеп мне по жопе за это, нахуй. Знаешь, что? Там же. Женька, там же по 15 тысяч двери, а я-то выбрала вот такую. А нахуя такую выбрала-то, блядь? Мне разрешили до 30. Блядь, что хочешь, то и это. Ну, все, Танька, я тебя больше снимать не буду, нахуй. Пошел ты нахуй после этого, блядь. Охуевшая, блядь. Больше меня получают, блядь. Эй, вы, охуели, блядь. На, зарплату тебе, блядь. Пашке спасибо, нахуй. Паша, спасибо. Да. Послую. Кто? Мне. Слую, Паша. Не, блядь, давай, Женька, что ты, блядь, говорит, нахуй? Нет. Что? Машина-то. Машина, блядь, без машины, ты что, я тебе говорю? Серьезно? Конечно, все. Куля, мы сейчас Женька. Я твою машину видела. Где? Здесь. Где здесь? Когда? Когда приехала, угу. Это что? Да. Нахуя себе, блядь, а где ты ее видел-то? Да возле парикмахерской она стояла, вот в этой. Вот где ты? А, так я же, а мне нахуя, какой парикмахерской? Ты что, блядь, пиздишь? Я только что была. Серьезно, как твоя машина была? Блядь, как моя, блядь, у меня пятерок-то, блядь, знаешь, сколько, блядь, в России-то. Женька, ну-ка статистику обнови, скажи, сколько пятерок. Пошла ты нахуй! После этого. Вот так вот. Купил ее, блядь, за 27. Не я, блядь. Я бы такого, блядь. Пашка, блядь. Я бы за 30 купил бы, нахуй. Спасибо тебе. Пашка, да, спасибо. Ну все, ребят, сейчас большое, мы... Большое спасибо, да. Блядь. Женька сейчас будет ночевать в танке постоянно. Не-не-не. Ну что, дверь, вдруг она ключ потеряет. Потом, блядь. Не-не, вдруг она ключ потеряет, она же не сломает дверь, да? Курить хочу же я. А я тебе что, блядь, вот ребятушки, подходим к рыжему, Танюшка видит новую кроссовку, блядь, жалеет их, нахуй. Сережки еще ребята не продали, нахуй, потому что не дошли до ломбарда, нахуй. Да ну чё? Не, она говорит, не будем пока. Да, вот идем. К Рыжику, наверное, ребят, уже время много. Наверное, Рыжика уже нет, но... Ну, нас посмотрите, вон, на Жека алкоголика. Идите вы нахуй, блядь. Вон, видите, на Жека алкоголика, смотрите. Смотрите, пьяный алкоголик, нахуй. Пошли туда. Все, сегодня Женька будем снимать, нахуй, алкоголика. Алкаш вшивый. Все, залазь к Рыжему, нахуй. Вот видите, как все. Вот так вот нахуй, ребят. Пошли, подошли к Рыжику. Рыжик опять пиво пил вчера, паскудник нахуй, с дедом, наверное. Рыжий конь! Рыжий! Вовка! Вовка! Дед! Ребят, нету. Ладно, что, пойдем сейчас в Нептуне, говорят, нас только встретили. Возле Нептуна они трутся, сейчас пойдем в Нептун. Пошли, Танюшка. Вот, суки, блядь, так. Должен дома, блядь, сидеть. Говори нормально, нахуй, не глотай слова, блядь. Хуй там, нахуй. Мухи, ребята. Ну, потому что там это... Говно? Говно. Там, наверное, к деньгам, нахуй, мухи к деньгам летают, ребят, блядь. Идем, ребята, искать хули пешком сегодня, блядь, так. Может, найдем кого, нахуй. На первой минуте, блядь, Женька вылазит на помойке, нахуй. Все, забирай, пошли, нахуй, все. Вот так вот нахуй. Женька, бомж нахуй. Все, доказал в очередной раз.
Мишка, смотри, как дела у тебя? Как дела у тебя? Нормально. Нормально? Как реснички? Смотри, куда, блядь, никто там, блядь? Ну, что-то оно это самое дольше делает, да? Блядь. Потому что уже другой, да, этот. Чё? Я уже сплю. Да? Конечно. О, кстати, там рядом брат в одном покое. И что, съездил, все? Он тебе сам приехал? Да, он за мной приехал. И чё? Вот нахуй, блядь. Да. Он, брат, родной, как костер под... Знаешь что, или магнитики надо будет делать, или мыло тебе? С запахом бомжа. Ого. Не, рекламу не говори, блядь. Брат! Так. Брат! О! Ну кто огонь жгёт, нахуй? За дерево спрятался, что ли? Блядь. О, брат родной сидит. Паскудник! Брат родной, нахуй! Сейчас братом пойдем, нахуй, ребята, покупать ему. Ой, Таньке пойдем. Мы не должны их искать, ходите, гад. Не, брат родной, ты видишь, сидит, ждет, сука. Засанец. Херов. Это, блядь, уже другой поменял дислокацию. Брат родной, здорово! Здорово! Как дела, нахуй? Так что, я недавно же сам пришел. Здорово! Выпить хочешь? Рыжий хочу. А рыжий где? А? Рыжик где? А он не знает, рыжик это где? Достанем пузырек. Я не знаю. А ты что сегодня, блядь? Бегал, нет сегодня хоть? Да конечно, я люблю сидеть здесь. Вот видишь, как живет человек. А у тебя двери за 30 тысяч, блядь, Анька. У человека ни дверей, ни хуя нету, да, брат родной? А что, лапсу-то сгорело, выкинули? Кто? Кто? Я ее выкинул, а зачем его? Испортилась, что ли? Испортилась, да? На, брат родной, выпей. Дай мне пачку сигарет еще хоть. Брат родной, пошли погуляем с нами хоть. Да погуляй, что? Сейчас, ты, брат родной, сиди, пока выпиваем, мы сейчас Нептун сходим, Танюшке купим это и пойдем погуляем. Ну, хорошо, брат родной? Стриженька, что, с ней пни потрешься. Да бог тебе все зарутит. Только не пей, Женька, только с ним водку, а? Водку не пей с ним. И ничего лучше с братом родным. Брат родной в Адидасе сегодня, нахуй. Где Адидас тебя захватил? Нормально сейчас. Ты как со 101-го-то приехал, брат родной? А? Как со 101-го-то приехал? Пешком как-то. Пешком со 101-го пошел? Да. Когда, на следующий день? Я пошел с ними, сказали, а потом обернулись, а его нет. Да? Кто искал? Я могу оборотней быть, нахуй, ты сам. Кися, ты что, звонил тебе? Как дела хоть у тебя? Да потихоньку, братан, ты что, ты тоже нормальный мужик, ты чего? Я бомж. Ну а кто я, тоже бомж, ну что я сейчас сделаю? Вот это я думаю, никто не наступил. Я сяду, блядь. А потом, блядь, я тебя в хуй, я пойду с тобой рядом, нахуй, сядешь, блядь. Пиво. Ладно, блядь, что, пойдем? Ну что, с нами пойдем? Брат родной, будь здесь, мы сейчас ходим. Слышь, брат родной. Скажу, что? Давай капусту-то кушай хоть. Капусту сейчас поем. Кушай давай капусту-то хоть, брат родной. Ты нихуя костер пионерский развел, блядь, паскудник. Здоровье-то как у тебя, брат родной, хоть? А я на больнице, ну даже на больнице не ходил сегодня. Почему? Стоить надо. Ты спортом занимаешься? Ничего не занимаюсь, никаким спортом. Фу, брат родной, говном у тебя пахнет. Вот потому что смотри, что тут. Женька, что ли, наступил, паскудник, говно. О, блядь, тут везде говно, ребят, ёптать. Ебать. Брат, ты какого хуя серии, что, блин, на дороге нахуй минирует паскудник нахуй? Насрал бы, ушел, что ему, блядь, ему. Да. Кто насрал? Кто приходил в гости и насрал, что ли? Сейчас ночью, блядь, они ходят. Посмотри, ночами что они едят. И срут прямо, что ли, приходят? Они поебать им нахуй. Нихуя, ребят, блядь, брат, родной приходит ночью. Ты что, блядь, не буду шулить. А ты что, ты спишь, они срут, да? Они поебать нахуй. Им похуй? Брат родной, блядь, падла, сам насрал, наверное, блядь, на кого-то спирает нахуй. Ладно, брат родной, будь, мы скоро придем, нахуй. Куда нахуй поставь, скажи, блядь? Дай спичку-то хоть. Да, ты же поебал, это получишь за брата родного, нахуй. Да ты че, я не буду никого убивать. На спичке мне, вон, Женька. Не, а че ты въебешь ему? Брат родной, блядь. На. Брат родной, спички тебе. Паскудник, нахуй, засрань. Все, брат родной, жди здесь, мы скоро придем, понял? Понял, я. Все, давай, один даст, любая баба даст? Да. Да? Брат родной, не уйдешь никуда хоть? Ну никуда я не уйду. Ну все, жди, мы сейчас придем, не тут хоть, блядь, говна, ебать тебя сразу. Ну а, чувствую, к деньгам нахуй. К деньгам нахуй. Ёб твою мать, вот брат он ночью приходит, срут что-то, блядь. Ребята, прекращайте к брату родному приходить ночью срать нахуй. Вы что, охуели? Ёб твою мать. И он выйти потом из дома не может нахуй. Из-за этого. А ребята, это не я наступил, это Женька, блядь. Пожалуйста, это нахуй, блядь. По следам, ребята, говна нет, знаешь, Женька наступил. Сука, деньги. Деньгам, Женька, блядь, радуйся, сука. Да. О, блядь, фу, говно. Хорошо, хоть не наступил, да, Женька? Гадушки, Танюшки, выбрала, померим сейчас. Вот, примерочно. Вон, примерочно. Нравится хоть нет, Танюшка, какой хочешь? О, вот, вон, примерочно. Че? Видел? Вот эти хочешь? Ты видел у меня фирму? Все, ребятушки. Танюшка, я передумала. А что, на босса тело будешь надеть? Так?
Ягодочные. Кусочек сексиса. Что, сразу не пойдешь? Нет? Так, я увидел только 60 тысяч. Ребят, конечно, стесняется. Не, хочу домой, которую... Погни. Ну пошли смотреть, что, что ты не... Пошли выбирать. Ребятушки, ну что, Танька купила кофту, все, рада, да, Пашке, спасибо? Да, Пашка. Ребят, не мне, а Пашке, все, кофточку филдовскую взяла, да? Да. Счастливо, рада? Да. Ребята, ну как? Гостиница сегодня у Танюшки до хера, блин. А все. Да, вообще сейчас шикарно. Сейчас еще сережки, не знаю, как. Так, а что, давайте здесь оденем, блядь. Где ты тут оденешь? А где ты будешь одевать? У меня руки там, блядь. Что, брат рун тебя оденет, на? О, нет, только не его руки, ты что? Че, он не сразу? Для заражения пойдет сразу. Вот так вот, нахуй. Так, что, такие дела? Да, Танюш? Да. Рада, на? Пашки? Да. Салямчик, нахуй. Меня тоже. И всем, блядь. Всем, что, всем. Пью такой интересный. Ребята, пью. Грушу купил, безалкогольно, ребят. Так как я на работе, ребят, на работе нельзя пить. Это Танюшка на работе может пить, а я Женька, нахуй. Паскудник. Я забыла, но... Пошли, что забыл выпить? Давай хоть обмоем толстовку. Надо. Блядь, я устал уже. Конечно. Бухой ты, блядь, не устал, блядь, паскудник, нахуй. Сейчас Танюшка, блядь, толстовочку обмоет, нахуй. Да, обязательно. Брата родного под ручку возьмет, нахуй. Брат? Где рыжий, блядь? Сейчас пойдем рыжую взять, нахуй. Брата родного возьмемся. Рыжик, вообще умничка. Да, все, Танюшки, уже, да. Уже и Пашку не любит, блядь, все, нахуй. Опчик, за хорошую ножку, да? Чтоб сережки носились, нахуй. А так, да. Нахуй. Все, ребята, идем к брату родному, нахуй. Женька алкоголь заблудился, нахуй. Ой, еще. Не наступить бы. Брат родной, нахуй! Выходи сюда, все уже здесь. Тренировано, да. Все поле. Сука, брат родной разобрал. Брат родной, выходи, паскудник! О, разделся уже, что ли? Вот паскудник, спирт, нахуй. Ну, куда вы купёшь? Да, Женьке, похуй. Деньгам, нахуй. Брат родной, уже, сука, разделся, блядь. Вот паскудник, блядь, Таньку увидел, так мышцами играет перед Танюшкой. Ребят, давно, блядь, смотрите, нахуй. Брат родной, засранец, Кира. Как дела у тебя, брат родной? Пошли, брат родной, блядь, Женька уже 10 раз на голову наступил. Что, Танька, грибы собираешь, что ли? Брат родной, пошли погуляем. Погуляем, нахуй, блядь, заебал, блядь. Вот, Женька, блядь. Все, нахуй, Женька, блядь, короче. Все, нахуй. Ложись, брату, на коленке, нахуй. Да, обойдем, что ли, как-то. Танька, иди, в говно не хочет, денег это не надо, нахуй. Кофточку не потеряй, блядь, Сережка. А Сережка, где у тебя? Я все, в сумочку сделал. О, нахуй. Фу, блядь, Женька, алкоголик, нахуй. Ну, Женька, блядь, алкаш, нахуй. Брат родной, пошли погуляем. Погуляем, можно хоть куда, нахуй. Женька, блядь, ты заебал, нахуй ты, блядь, я здороваться не буду, нахуй. Пошел ты нахуй после этого, блядь. Бомж, блядь, да, Танюшка? Вообще, блядь, охерел Женьке, блядь, какой он. Че, он там что-то подогревает и готовит, ничего? Да чей там просто? Танюшке, наверное, покушать готовит, нахуй. Брат родной, пошли погуляем. Нифига у них там хлеба. Где? А ты что думал, они без хлеба, что ли? Я голубя сейчас сброшу, нахуй. Нифига целая гора. Хлеба, что ли? Смотри. Это не хлеб, это брат родной кирпичи делает из него, да? Нахуй, блядь. Брат родной, где взял-то хлеб? Дома. Не надо ругаться. Да? Ты не надо ругаться. Брат родной, пошли погуляем. Брат родной, бутылку оставлю тебе пустую. Брат родной. Да. А он не дают стекло, нахуй, ребята, оставлю. Я работала. Общем, на стеклотаре, знаешь как? Заебали уже, блядь. Ну так вот, нахуй. Мы вот фуру вдвоем загружали. Хлебом? Да. Хлебом? Брат родной, где хлеб-то взял? Вот, сука. Брат родной, пошли гулять. Бросай нахуй курить, блядь, вставай на лыжи. Здоровье будешь, не обижен. Танюшка сказала нахуй, Танюшка сделала. Ну. Какой-то дурный посмотри свой родной, ты че здесь? Я должен с интернетом. Все. Ты мерз. Любка, замерзла? Замерзла, да? Нет. Ты замерз просто. Да не, шапку просто не буду. Никого не посетил. Не знаю, как. Нормально сейчас.
мусора не ловит. Не ловит где мусора? А это брат родной, мусора его не ловят. Не знаю, это постель, что ли? Мы им нахуй не нужны. Да, Женька, все, нахуй. Женька зашкварился, нахуй, все. Женьку списываем, нахуй. С этого, нахуй. Надо тоже выпить. Давайте за вас, что ли. Это нешка, блядь. Это на раз, у меня сумочек вместительный Павел Васильевич подарил ей, блядь. Ай, бля, а где уржи? Да я не видел его сегодня вообще, нахуй, нихуя. Вообще никого не видел, что ли? Я могу и плеханку мира проебашить, нахуй. Похуй тебе, все можешь проебашить. Ну-ка, брат, а ты нахуй, блядь, заебал он, блядь. Да, брат, ну? Еби ему. Не надо рукосинки, да? Да? Пить не надо. Майки, это хуйня. Ребята, рыжий. Жека весь говнец, еб, блядь, еб, твою мать, ну хули. Идрубут, молчара, нахуй. Брат, родной, почему поскольку в лесу не сидишь, сидишь прямо здесь-то, нахуя? А? Нахуя сидишь здесь-то, блядь? А мне не сырое здесь, нахуй, я иду дальше, нахуй. Ты охуел, блядь, встал в говно, блядь. Ты нахуя сырёшь здесь? Сапоги где-то новые купил, что ли, братан? Ночью я иду, нахуй, больше никогда. Ночью только сидишь? Конечно. Ты возьмешь меня спать? Меня выгнали уже из дома. Кто? Когда тебя выгнали? Что ты? Ты пиздишь, да? А пиздишь, да? Ну, рано уже выгнали. Да. А кто тебя выгнал? Из дома выгнали, все, блядь. Нихуя, ты что, ебнулся, совсем нахуй? Да. Дай, брат, по ебальнику за это. Я не буду видеть. Ты же боксер, блядь. Мастер спорта. Мастер спорта боксера. Начну это контекст. Не хочешь отрабатываться на нем? Мне плохо вот так вот, блядь. Че? Да мне самому хуёво сегодня. Да? Давай. Почему у тебя, брат, сегодня хуёво? Нет, давай, пить будешь? Да, конечно, буду. Че? Пошел ты нахуй, блядь, заебал, блядь. Волкодав, волкодав, ебаный, ебаный, блядь. Сейчас в ебу я, да, скажи, брат родной? Брат родной, а че нахуй бесит такую, что ли? Ты меня, это, спать, положишь? Да положу тебя нахуй, че там, блядь. Кошельки валяются, че кошелек-то обронил? Блять, все, я бомб, блядь, встал. Жека в говно поставил, ёб твою мать. Все, пиздец, засхварил нас. Жека, блядь, в говне, нахуй, не понравился это мне, нахуй. Давай. Блин, вы что, не отходя от кассы, тут какаете-то, что ли? Кто вы-то? Он один серит, нахуй. Ночью я иду, нахуй. Ночью не видно нихуя, да, куда срать? Да ничего не видно, нахуй. Похуй срать куда, да? Вот это, блядь, конечно. По-человески, по-людски, я рассказал сам. Да. Ну, че, не, у него свитерок такой. Чистый. Так он переоделся, да, братан? А хуй может перейдется сюда, не знаю. Ну, такой, братан, губёшка. Пошли, братан, гулять, нахуй, пизду тебе. Дома сидеть, нахуй. Заебал, блядь. Давай, на. Ну, пошли. Блядь. Пошли, одевайся, пошли погуляем, нахуй. Да выпей водку-то, братан, нахуй. Въеби ему, братан, нахуй. Дай мне, блядь. Леща ему. Ты ну, как шейх на столбе. Да. Как шейх. Знаешь, кого не хватает? Опа. Пошли, брат, одной нахуй. Пошли-то. Пошли, давай, брат, одной. Одевайся нахуй, пошли гулять. Заебал. А он после погребать, блин, не нахуй уевший здесь вообще нахуй. Кто? Кто охуевший? Конкретно ебаные. Предприниматели заебанные нахуй. Почему они охуевшие? Ну, они просто умные сейчас стали, да хуйни. Да? Ты че не ешь? Братан, давай одевайся, паскудник, нахуй. Шкаф у него такой, блядь. Пошел ты нахуй, блядь. Заебал, блядь. Все, ребята, Жека, нахуй. Выгоняем сейчас, нахуй. Проедем сегодня, блядь. Пьяненько, нахуй. Иди нахуй, скажи, да? Брызг мне. Въебуйся, братан, скажи, охуеешь, нахуй. На ардосяк, да, блядь? Пошли, братан, гулять, нахуй. Как у тебя вши? У меня, блядь, вши заебали. А мне это уже что? Заебал. Я тоже заебал. Давай я камеру отведу, Жека выпил. Жека выпил спокойно. Все, брат, родно, пей нахуй. Танька в говно не ступи, блядь. Ногу разолка. Да ну, конечно. Деньгам танька, блядь. Ты зарплату уже получил. Нахуй, блядь, заебал. Брат, родно, пошли гулять. Гулять пойдем, нахуй. Да? Ты же, блядь, брат, родно, нажрёшься, нахуй, уже никого не пойдешь гулять, блядь. Пошли по дороге попьешь, нахуй. Одевайся. Блять, говно пахнет, пиздец, блядь, ребят. Женька обосрался, что паскуда, блядь. Напился, обосрался. Ты нахуй, блядь. Отсыка вонючий, блядь, Женька, нахуй. До свидания.
Ой, все, как он тут сидит. Как сидит, молча как сидит, нахуй, братан, да? Ни с кем не разговаривает, нахуй. Приварились, нахуй, здесь сюда. Давай, брат, что, мне спать возможно? Ложись, спим, погуляем, пока, да, сходим? А? Братан, ну вставай, поднимайся, нахуй. Пошли. Пошли, нахуй, да пизду тебя, блядь. Как девка, блядь, собирается, нахуй, на свиданку, блядь. Женьки сидит, выпали нахуй. Он, брат родной, слышно, даже не скрыл. Блять. Брат родной, собирайся нахуй. Пошли. Пошли давай нахуй. Интернет хоть бы включи, ебаный брат. Интернет? Ну, он есть, что? Телефон, блядь. Ну, еби его нахуй, что ты, блядь? Как, блядь, я въебу, блядь? Ты его только въебашь или как? Только въебашь. Брат родной, блядь, красноречив нахуй, только въебашь нахуй. Ой, блядь. Че, ебаный? А думал, что тут просто так я сразу. Че скажи, наебывай. Брат родной, одевайся нахуй, заебал, блядь. Сейчас как, блядь, баба нахуй собирается на свиданку. Собирайся нахуй, пошли. Давай, блядь, одевайся, пойдем, блядь. Да пойдем, брат, его ебать. Да, поебать нахуй. Сейчас крутится, погоди. Ну, брат, мой чаек попивает нахуй. Водянистый нахуй. Да брат, родной, сука, одевайся, блядь, ёпта, он паскудник. Ты чё, блядь, полчаса тебе уже... Пошли, блядь, пошли, пошли, сиди нахуй. Что ты нахуй, блядь, заебал уже, блядь, а? Брат родной, нахуй. Кури, чё ты, блядь. Успокойся, нахуй. Зумной сети просидел, ну и чё я просидел, ну чё могу тут? Больше не буду, блядь. Бульдог это, мне хули с бульдогом не ебаный. Ты бульдог это чё сделал с бульдогом, блядь, пиздишь его? Ну, он перепутал берега себе, нахуй. Да, бульдог? Салагает, или мне. А чё он твой ровесник, хуй ты пиздишь, что тебе 43, ему 43. Вот пиздит, блядь, брат, он и салагает. Ну, салаг, блядь, пиздобол, брат, блядь. Каждому по 43, блядь, салага для меня, блядь. Нихуя салага, 45, 40, 48, что мне? Да Рыжик, да у него маленький-то всем надо, лучше всех выглядит. Брат родной, блядь, сука, одевайся, падла, да, блядь. Да пошли, чё? Ты заебал, блядь, пошли, пошли, блядь. Одевайся нахуй, пошли. Блядь, насрал здесь, блядь, на! Да никто не насрал. Чудовище, блядь. Чудо-юдо, нахуй. Рыбаки. Чё? Волка, нахуй, на ико. Ну, волки, ноги, блядь. Тебя-то, походу, дело, говном кормят, блядь. Волка, блядь. Раз говном разбросал везде, блядь. Везде, нахуй, вон. Раз, два, блядь. Ребят, извиняюсь, конечно, за такое это. Съемку, блядь, ну, чтобы понимали, что брат родной, блядь. Давай, потихоньку. Да ты собирайся, ёб ту мать, пошли давай, сидит, блядь, сидит, нахуй. Машину пошли, нахуй. Какая машина, пешком пошли, блядь, охуели все на машину кататься. Танька на машине хочет, блядь. Сегодня, блядь, пешком, нахуй. Брат родной, сука, блядь, вставай, паскуда, нахуй. Ну, пошли, чё. Пошли погуляем хоть. Покажешь нам город, блядь. Я ж приезжий, мы не знаем, блядь. Какие места? И пушки, и танки, и грохотали. Пехота шла. Последний бой. Хвест? Стаканчик с тобой, хопчик, брат. А что делать? А, Танюшка, поездки, сережки. Танюшка, покажи, какой сережки-то, блядь. А, Танюшка, сережки, блядь. Губёшка что читает, блядь. Паскудница счастливая какая. Нет, нахуй, я тебе не дам, блядь. Ты брата родного щупал, нахуй. Пошел ты нахуй после этого. Я, блядь, да, брата? Хуй, блядь. Нахуй, блядь. Брат, твой пальцем по губам ему проведи, нахуй. Чтобы он заболел, нахуй. Болезнь. Болеть не надо, я мужиком. Будь мужиком, нахуй, да? Ты, брат, брат родного раздавишь, нахуй. Женька весь говни, нахуй, не понравился он сегодня мне, блядь. Брат, твой, сука, собирайся, блядь. Пошли, блядь, покажешь нам свои родные места, нахуй. Женька, блядь, смотри на говно. Ну-ка, покажи там, что там. Че, говоришь? Смотри, где себе. Какая красота, везде камушки. Да, блядь, нахуй, ребятушки, Танюшка счастливая, Пашка ее счастлива, нахуй. Ты не... чё, блядь, здесь? Ты заебал фонарь здесь. Ласточки возьми, ебучий рога. Давай. Ебучий рога, нахуй. Ну чё? Они сюда мужиков. Паш, фианит. Фианит? Нихуя себе, блядь. Смотри, как прямо вуат, они прямо это самое, смотри, переливаются. Блядь, нахуй, Танюшка, блядь. Белое золото, блядь, Танюшки, блядь. Дай я поплыву. Брат родной, сука, блядь, одевайся, нахуй, падла. Что на самом деле? Встать не можешь, что ли? Нет, не может. Скоро же. Давай. Давай.